Пересматривала свою фотографию в Инстаграме и вспомнила, что вчера рассказывала за обед. Честно говоря, люблю на завтрак, на обед, а иногда и на ужин таким грешу. Вот. Люблю, причем не с молоком люблю, а именно или с закваской, или с йогуртом, или с кефиром, мюсли. Вот. Но мы купили сейчас шоколадные шарики, вот, мюсли в магазине не нашли такие, какие я люблю, не которые варить надо, а которые вот просто заливаешь молоком. Или, ну вот я люблю кефиром. Очень люблю залить их кефиром. И вот чашечку такую вот, ну вот, Володя чай пил с нее. Вот, вот такая вот чашечка. Убирать с завтрака. Мы завтракали и побежали, потому что, ну, сборы, утро, в школу, на работу. Сейчас буду убирать все это дело. Ой. Ну, вот, вот такую чешенцу люблю. Мюсли навернуть с кефиром. Или вот, ну, какого-то любого другого готового завтрака. Больше всего люблю мюсли. А там вот, ну, в принципе, любое, что встретится, что попадется. Иногда покупаю что-то другое. Там какие-нибудь звездочки, шарики, там еще что-нибудь. Вот, есть шарики с белого и с молочного шоколада, да, то есть в перемешку, такие такие. То есть разные они сейчас есть. И вот я люблю мюсли, 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 мюсли. Потом раз. И что-то другое взяла. Потом опять мюсли, мюсли, мюсли. Раз, и что-то другое взяла. И, честно говоря, давно мы такое не покупали. И я сейчас пообедали вчера с этим... Поели эти мюсли вчера с малым, эти шарики, то есть. И я такая думаю, блин, надо, короче, набрать еще таких всяких сухих завтраков и кефира набрать. Вообще такая вещь зачетная. Легкий такой вот обед был. И сытный при этом, то есть и легкий, и сытный. И я думаю, что весьма полезный. Да, там много сахара. Мне кажется, что кефир полезен. Сахар тоже не как бы, ну, смотря сколько ты съешь, если ты, извините, бидон съела такого говна или целую пачку их съела, то, конечно, а если немножко, то почему нет? Вот, плюс они очень сытные, и опять же, сахар это не всегда плохо. У меня, допустим, часто падает сахар. Поэтому мне такой обед вообще за милую душу зашел.